Aggression with control is another, and you need both elements working together. Да ладно. Ну я, конечно, чуть-чуть залошил с таймингом, но, блин, там не настолько сильно было все плохо. А, я понял. Придется менять настройки. Немножко другой тип. Так. Ну хотя бы так для начала. Position and space. He moves his feet decently well for his size, but he's getting a better understanding of the guys in this league that he's seeing on a nightly basis. And of course, we'll блин, такой тайминг быстрый, а quick release. Офигенный релиз. Quick release-ный парень нам попался. Latrain, it's good, he scores, that's his first basket after missing his first two attempts, now one for three. A little tit for tat action going on the back-to-back trades. А может, он не пик-н-поп играет, а пик-н-ролл, как сейчас. Господи, что ты делаешь? Чувак, так я и говорю, какой-то там этот джамшут тупит что-то. Ой, как быстро, я не могу привыкнуть, ребят. Я к квик-релизу уже привык, но вот после кэтч-н-шут он же ускоряется там на сколько-то процентов, на 25-30, не знаю. Точную цифру я не в курсе. И вот я не могу никак привыкнуть к этому ускорению. Вообще никак, вот прям, ну никак. Я не знаю, что с этим делать. Вроде бы так все прикольно, но надо привыкать. И у меня просто квик-релизер пока только Кириленко, и вот опять начал пробовать. Как его? Купер? Гринлайт. А, начал сейчас опять пробовать Туркоглу. Пошел нахер, блядь. Я не понимаю, что с ним происходит. Да как? Там никто не мешал. Какой хэвли контест, если там вообще было глухо, как в танке. Да, естественно, блин. Толстопузина, блин. Бегемотина ссаная. Просто жмет в квадрат в лицо. Окей. Это интересный матч будет. Блин, какая площадка, блин, неудобная. Пошел нахер со своей залупой. Gotta respect the reach and length of Pau Gasol. Outstanding job of skying up for that rejection. And George, here we go. Ну да, прикольно, тогда где-нибудь настройки работы еще параллельно играешь. Два гвоздя забил, сидишь там, таки и поигрываешь. О, смотрите, что у него вышло там справа, посмотрите. Ой, я случайно кинул мяч и попал, окей. Посмотрите, что у него бегает по площадке. Какой-то строитель. Трешками гуляющий. Яо Минь, охренеть. It's fucking GG, bro. Fucking G. Floyd's got his first 3 points of the game. It's foolish leaving anyone that wide open from outside the. Да ты будешь попадать-то, я не понимаю. В прошлый раз все идеально летело. Че ему надо-то? Охренеть просто. Commending the unselfish play there. What vision on that pass? Ну, Харден, ну так нельзя, дружище, ну. О,
А вот это-то почему не попал? Идеальный релиз. Ну, я думаю, тут явно фишка в том, что просто, блин, ну, сами понимаете. Так, что надо делать? Что мы будем делать? Вот так надо, да? Ты будешь попадать-то, я не знаю, чуть-чуть не додерживаешь, не попадает. Чуть-чуть передержал, тоже не попадает. Почти идеально в релиз, тоже не попал. Что надо-то тебе? Наконец-то, блин. Так, надо второй состав выводить, все. There's 10 seconds left to play in the first quarter. Чувак насасывающий трешки. Вернее, заслоны. Так, тайм-аут брать. Он все неправильно ставит. Кто там на ПГ, это Гудрич, обалдеть. А как он держит? А, ему не надо будет я не содержать. Блин, какие мерзкие типы, которые умеют только из-под заслонов кидать трехи, это просто писец. I don't think LaMarcus is quite as explosive as his younger years, but still has the athleticism to get up above the rim. Так, Лука, так как здесь оказался, дурень? Лука. Ну, Лука-то пропал. Кто у нас тут был вообще? Мне кажется, тут Гудрич должен быть. Да, верно. Гудрич. Лука. А, ребаунды что-то не выставлены, кстати, у меня до сих пор. Здесь неправильно стоит все. Класс. Лука еще и наведение. Да какой... Я ненавижу Грина. Это просто самая упоротая карта в игре. Блин, зачем я его поставил? Я его, блин, его можно квиксельнуть. Он настолько говно вообще. Он постоянно illegal скрины делает. Это его норма вообще. И фалит. Умышленно. Флагранты. Да ладно, Гудрич. Как, Грудрич? Ты чё, дружище? Блин, опять ребаунды. Господи, я думаю, чё у меня не так? Вот чё у меня не так-то. Вот эта упоротая настройка, которая, блин, я забыл просто ее поменять. Она мне всю игру ломает. Кошмар. Так, краш с глаз, тут все нормально. Луку, нет, Лука я играл уже как-то в старте, он мне там все поломал, блин, вообще. Надо пик-н-поп играть с Казинсом, нормально будет. Но никак не с Лукой. Ну, Леброн, серьезно? Ну, это Днина очередная, которая исключительно вот так вот может играть. Как типичный баран. Так, ну-ка еще раз. Сейчас я его накажу за это, однозначно просто. Just great confidence from Cousins there. Once he gets the ball, he's immediately looking
Ну да. Ну что, не получается у тебя, Днина? Лука? Да куда ты? Блин, Лука просто кусок барана. Ему, я нажимаю бежать в краску, он останавливается, кидает откуда-то и вообще. Ну просто, эта карта меня убивает. Они сделали, блин, такой игрок шикарный. Они сделали какую-то днищенскую карту на него. Лука ужасная карта вообще, конечно. Я бы на своем аккаунте уже никогда им не стал играть. Может быть, следующую выпустят нормальную, но это вообще не играбельная. Это какой-то, блин, чуть более быстрый аналог Новицки. Зашибись. Окей. Well, last season was just devastating for DeMarcus Cousins, a big man. Usually for a heavier or taller player, and DeMarcus is both of those. It happened right before the All-Star break. Hated to see it, but happy he's been able to get back on the road to recover. Hopefully he'll regain his All-Star form. Ты ГГ, похоже. Pass to Thurman. Inside. He gives them a double-digit lead. And now a 10-point Los Angeles lead. And it's Green with the jam. Там замены-то будут, нет? Какие-нибудь? 5 насасывать будет сейчас. Топовый насос за слонов. Может мне так же поиграть, как типичный дебил? Попробую сейчас так же Харденом потопить. А давайте дабл-тимите этого конченого лоха. Чё бы нет. Серьёзно? Отличная игра. I love you. Да, Трамон там среди после моих-то все подберет. Two for one, that's what they'd like to get right now. Working the clock is one element, but you also want to get as good a shot as you can. And good passing, setting up a lot of these buckets right now, Kevin. That's been the key. Ha, bitch! Back to Porzingis. Just five to shoot. And the three ball is okay. Got five. As the game has gone along, they've gotten more and more aggressive on the backboard. Well, an aggressive Antetokounmpo is a good thing for this team, taking it in with force to the rack and getting the foul. He's made two of his three attempted tonight. That free throw, no good. He hits the second from the line. Будем двойной этот самый... Не дабл-тимят его и все. Не понимаю, что делать. Может, свичиться?
Давай, почему против дебила можно и посвечиться. Нормально будет. К этому явно не готов. Так, сейчас все сделаем. Что-то мне там не так настроилось. Что-то я нигде-то не настроил. Посмотрим. Ой, блин, хрень огромная. Господи. Два из двух подборов, блин. Даже строитель, работающий на стройке, может играть вот так вот. Через заслоны, блин. Офигеть просто, игра топовая. Christoph Porzingis, standing 7'3". He's played power forward early in his NBA career, but with that height, his future, it could be at the center position. He just punched the ticket on that one. That'll get the job done. Powerful two and jam. Заслон. To the middle. Pulls up. Here's Thurman. The wide open look here for Porzingis. Hits it from three-point range. Porzingis has got 8 points. Наконец-то. Harden начал попадать в меня. Maybe losing some of his lateral quickness, perhaps accelerating his move to the five. I mean, part of his rehab was hitting the weights and just adding strength. Чувака будет две вещи. Имбовый постспин и заслоны. Все. Пипец в этом году игра, конечно. Топ вообще. Дай мяч-то, ёпта. Даже стянуть я не могу. Pass to George. A pass to Porzingis. No good that time. And a little frustration now, missing on the catch and flush. Now, sometimes the easy play is the right play. You take a chance when you go for that big finish. Los Angeles calls timeout. And he's probably looking at some matchups on the floor he'd like to take advantage of. Так, что третья четверть? What he's seeing and then what kind of play they run coming out of this timeout. Окей. Надо было команду переименовать хоть. Ой, какой фол, ну блин, откуда тут фол-то, алло. Блин, чувак, сломя голову, бежит. Фол, блин, серьезно. And Los Angeles leads by six. It's an underrated strength of LaMarcus Aldridge, able to power in the shot even when being. Лука? Есть. Good on the three-point shot. Wow, five straight buckets coming out of hand. Five straight buckets, buddy. Five fucking straight buckets. A touch over 2.5 minutes of basketball played here in the third quarter. По-моему, к сейчам он не очень готов. Морально. Выясняется. Как можно такое мазать? Я не понимаю вообще искренне. Гудрич, ты кусок вообще высера просто, серьезно. And that's now 9 points for Giannis Antetokounmpo. He's a hard guy to guard everywhere on the floor, but more than anywhere else, Giannis can get you in the paint. That's where he lives. Блять. Одна из самых ебанутых частей 2K.
open from outside the arc, the D has got to be better. That just happened. Well, how about that from the big man, showing a little something special. Tremendous at getting up off the ground and finishing with style. Here's Doncic. That one falls. And now just a 3-point Los Angeles lead. Those defenders just look a little bit gassed. I mean, they're getting pushed around on that low block. Well, time and score, you just can't have a costly error right now at this point in the game, guys. Los Angeles making a switch here. Here's Antetokounmpo. Tries again. Here's Cousins. Played in with a nice touch off the glass. Cousins has got 4 points now in the quarter. Well, he's got quickness and he's got that. Ну зачем? He's gonna lean on you with that body and find a way to get an angle to score. Куда? AI outside. Пик релиз. 11-я база. The elbow, it's Antetokounmpo. Stolen by Harden. For the lead. Ну как там не было контеста? Вообще, откуда там контеста был? Там все сзади были. I mean, is it fair that Pau Gasol could stand on one block and rebound on the other? That's some length. And you gotta give him credit there. Great effort to contest that. Пошел он, псина, блин. Насасывающая заслоны, блин. Бомжара. Paul George dunk contest? Maybe a little older, but I love to see him get up. Chalk up two there. And the combination of his quickness and soft touch around the rim really allows him to pull off shots like that. A lot of players don't have the reverse in their arsenal. And so Steve Kerr. Интересно, как будет выглядеть этот цирк, когда они запустят чемпионат на 250 тысяч долларов. Там половина типков будет насасывать заслоны и кидать из-под заслона трешки. И все будут видеть, насколько это бред большой. Как вообще НБА с ними подписывает такие контракты, я не понимаю. There's 10 seconds left in the third quarter. From deep Harden. Какой... Вы видели хоть какой-то контест вообще? Блин, ну это однозначно проблема просто в коннекте. Вот не было никакого контеста, там даже рядом с Харденом никого не было, близко. Он далеко остался после заслона и написал, что это light contest. Откуда контест-то, бро? Я обожаю эту игру вообще. Там человек-невидимка, видимо, по площадке бегает и ставит контесты Хардена. Потрясающе, уже второй бросок такой. Вот сейчас был. А, молодец, Казинс, молодец, красавчик. Мяч прям мимо него, его носа пролетел. Так, окей, окей, окей. Here's Floyd. Pass to Porzingis. A floater. It's a nice passing here by Los Angeles. And he gets the whistle. Two free throws coming up. More and more polish from Porzingis, easily getting the defense off their feet. The rest is simple. That's also good. So he hits both free throws. Here is Harden. Yes, and the foul. That one on Thompson. Yeah, I love watching Harden be aggressive inside. One of the most efficient scorers in our game. And James Harden was crowned MVP after last season. Oh, really hard to argue with that selection. Harden has had a case to win an MVP award for several years now. Finally was able to be the clear choice this past season. Потому что там эта шпалера огромная стояла, видимо, поэтому. Pass to George. From the arc. A rebound by Gasol. Harden outside. Over Thompson. Опять контесты. Да что ж такое-то, а? Еще и Хевли, ну. Ну камон, блин, с отпрыжкой кидаю вообще.
Difficult shot специально, чтобы было. Как так-то? A really good decision there from Paul George, quick to find the open man. Here's Floyd. Pass to George. Lock at six. Here's Porzingis. Another shot. Outside for George. To the paint. Какой глупый пас был, а? Как я тупанул. Hello, Duty. Пошел он. Мухтар, тут надо просто нормального человека, который умеет играть, садить, и, чтобы он играл и балансировал игру. То есть должен быть менеджер по балансу, которого нет в этой игре. Вот в чем проблема. То есть тут баги, гличи всякие, обузы живут годами, годами. В Старкрафте такое помыслить себе невозможно. Там все известные баги и гличи убираются со следующим патчем. Все, абсолютно, не остается ни одного. Чтобы здесь такое произошло? Не, куда. Да, это был медленный тайминг. Лучше бы я этого не делал. Плохо, плохо, плохо. Таки он насосал эту тему. О, Джордж! Как же ты хорош, братиш! Ну, перехватывать-то не нужно. Зачем перехватывать? Да, ведь тупейший Газоль. Может, Газоли заменить? Это такое говно вообще. Капец. Попал контест. Слоупок Газоль. Естественно. Porzingis loving the moment right here, stepping up huge. Seems like the more that's at stake, the more he rises to the challenge. Ну куда ты? Господи. Пас-то еще не отдался. Отдал пас на Казинса, он не пошел куда-то. Он чуть не Охренеть. Three from George.
boy. He's proving he's got what it takes in those moments. And it's still within reach. But only if they make every possession count from this point forward, and I mean every possession. Man, I'll tell you what, the pressure is cranked up. Who better to call than this guy? Los Angeles calls timeout. They're down by one. 19 seconds left here in the fourth quarter. Так. Still plenty of time to get a good look. Challenge is to get that good look, preferably the guy with the hottest hand. Просто не знаю, эти инвалиды, они будут бегать по площадке сейчас, нет? Нормально. Ну, естественно. Разве могло быть иначе? Все куда-то разбрелись, вообще непонятно. Вместо того, чтобы держать тайт. А, там киевский насос-то играет. Насасывающие заслончики. Видно. Понятно. Так, кого еще можно поставить, кто кинет треху, если что? Купер может вроде. Честно говоря, аппетита. Блин, я к его тайнингу никак не привыкну. Может, все-таки Казинса поставить. Купер, да вроде нормально, можно. Чё? Чего? Наш? Наш? Блять, какой Лос-Анджелес? У меня These teams have battled tooth and nail for four quarters, and now we head to overtime. Should be a blast. Pass to Harden. A three. Опять Блин, невозможно играть. Вот этот, блядь, ебучий хохол, блядь, с конченным интернетом меня затрахал просто уже, блядь. Почему я играю на его хосте, я не понимаю, блядь. Откуда там контест, если там рядом нет, блядь, человека даже. Блять, это такая упоротая хрень вообще. Вот это такое лошье только играет так. Я поражаюсь просто вообще. Это прикольно, да? Эй, лошок. Это прикольно так играть?
Прикольничий. Lillard scanning the floor. Pass to Porzingis. It's stolen by Antetokounmpo. The three from George. Buries the long-range jumper. Good quick hands from Antetokounmpo there, reacting well on defense and swiping that one away. On the wing, Thompson. Here's Porzingis, guarded by Harden. Дебила кусок, блять, это пиздец просто. So exciting to see the growth of the Greek Freak. There are shots that stars sink, and that's a momentum changer right there. Блин, ну какая задержка лютая! Я не могу даже, блядь, нормально контролировать. Посмотрите, насколько я убегаю далеко. Я играю, как будто я не знаю. Какой-то капец, блядь, постоянно в прошлом нахожусь. С такой задержкой невозможно играть. Но он более вообще никак не защищаешься. А компьютер не может. Понимаете, в чем проблема? Вот эти вот конченые заслоны, их может контрить, можно контрить только на анболе. Все. А я не могу этого делать, потому что задержка просто безумнейшая. И ты как в киселе постоянно. Упс. Так, 20 секунд, да. Thompson surveying the floor. Mr. Porzingis. Inside. Gasol with the steal. Опять контест. Да чтоб тебя, а? Чтоб ты, блядь, провалился, хохлятина. Как такие контесты вообще считают? Он зато кидает, он через Хардена нормально. Where Giannis is in the young part of his career, willing to drain a crucial shot for his ball club. Los Angeles calls timeout. They're trailing by three. There's 18 seconds left to play in the first overtime. What do you think, guys? You know, you'd love to be able to clear space and get that triple, but you can also do the two. Сейчас будет насасывать будет. Насос. Depends on what's available, so we'll see how the defense lines up here. Серьезно? Is that the shot that gets Klay Thompson going? Most of them do. And so Steve Kerr decides to call a timeout. Прикольная защита. Нормально. Харден?
Можем? О. Блин, ну какой ты лох, козоль, блин. Почему там такая расстановка была, я не понимаю, при файфауте. Почему они все стали не так? Времени было нормально вообще. Как так? Блять, этот ебаный обрубок говна, блять, пиздец, меня заебал просто. О, господи, как надо срочно тайм-аут брать. Вообще не вариант. Unselfish play there, right? Porzingis finding the open man, and he's more and more comfortable and more aware of everything going on around him. Two free throws coming up, and they call the shooting foul. Great to see Antetokounmpo going strong inside. At times, the D has no choice but the foul. And the first one dropped. Привет, Рони. Когда будет RDR 2, постараюсь в ближайшее время, но обещать ничего не могу пока. We talk a lot about Russell Westbrook and the way that he attacks every game. I think in the Eastern Conference, Giannis Antetokounmpo might be the same way, just tenacious and full of energy, and he fills up the stats. And two shots coming up at the line as he gets fouled on the shot. Ну, хоть не and one. Это хорошо. Is the charter member of one of the NBA's most exclusive clubs. First player in league history to ever record a quadruple double. Very few guys have pulled that one off. Ну что за конченый детский сад? Thompson inside the line. And it comes off the front of the rim. Пиздец, блядь, как это не попасть можно было? С идеальным релизом, блин. Понимаю. Еще ни разу не свистнули иллигал. Да ладно, ну как вот это залетает? Ну я ничего не понимаю, ну что за конченая хрень, а? Как это залетает? Отлично. That is his first foul of the game. Here is Harden. Goes up off the inbound. Oh, and James Harden throws it down hard. And it's another James Harden special we're witnessing here. Блять, ебланы куски, блять. Чё встали-то все? Не дефят даже ни хера, блять. Ебланы вообще. Сука, открытый, с идеальным таймингом, блять. Хохляцкий, уебешный сервер, блять. Ничего не могу попасть, блять. На этом хосте ебучем.
Давай, блин, попади ты хоть. Есть. Блядь, пиздец защита, ну. Давай! Наконец-то, блядь. It's a 4-second differential between the shot clock and game clock. Сука! Надо тебя выигрывать, блядь, Кончита. Насасывающий заслоны. Блядь, Казинс, а? Я еще его не обыграл, Себастьян. Еще рано, блядь. Тут такой насос вообще топовый. Явно подрабатывает там на стройке, не строительством, чем-то другим, блядь. Их сосет заслоны, прям вообще топ насос ever. Да, ага. А можно мы держать будем, а? Блять, сука, Янис 3 попадает. Да что за ебатня, блять? Что за эта игра, блять, конченая нахуй, а? И никто его не держал. Как так? Пиздец, блять, Янис 3, блять. Охренеть просто. Это топ, нахуй, зашквара. The guy with the hottest hand. На, сука, блядь, сдохни, пидор, блядь. Ебучий, блядь. Сейчас только навесы нельзя, чтобы он... Так. Кем он будет набегать, интересно? Не, нихера не засчитали. Там не успел бы он. Там ему надо было навешивать, он не навешивал. Навешал бы, мог бы выиграть. It was earned, and I tell you what, they've got to feel really good about themselves. Писец полный, нах. Ладно, ребят, у меня просто... Я не рассчитывал на такой длинный матч. Я думаю,
Блин, этого будет достаточно. Завтра я попробую все-таки еще стрим запустить со своего аккаунта. Жесть вообще. Так, все получилось, нет? Да, аукцион открыт. Супер. Все, дружище. Аукцион открыт для тебя. Все, можешь карты выставлять, продавать. Илюх, не нервничай и соберись. Все у тебя получится. У меня все получилось, спасибо. Ребят, не забывайте, что вы можете купить у меня МТ-шки, VC-шки. Цены самые низкие, которые только могут быть. Все ссылочки есть в описании. Если вам нужно выполнить там 12-0, у вас хорошие карты, можно сделать 12-0, там получить Хакимола Джона или следующего игрока месяца. Вот. Ну или какие-то другие сложные задачи, которые вам не посильны, обращайтесь, в том числе тренировки есть, которые помогут вам двинуться вперед и научиться играть. Поэтому обращайтесь по всем вопросам ВКонтактике для деловых, естественно, предложений. Моя личка всегда открыта. Следующий стрим, конечно же, завтра, потому что сегодня, ну, мне уже надо в кино идти, я в кино тут собрался с супругой. Я планировал еще челленджи погонять, но я просто не успеваю погонять челленджи, поэтому на этом все. Всем спасибо, кто был сегодня. Что могу сказать? Удачи. Не забывайте про продажу VC-шек, MT-шек. Пока-пока.